Врачи Видновской районной клинической больницы на страже здоровья жителей Ленинского городского округа круглые сутки. Не разделяя дни на будни, выходные и праздники, они спасают людей от коронавируса. На 23 февраля дети со всего Подмосковья приняли участие в акции «Глориам Дефенсорес», что в переводе значит «Слава защитникам». Они изготовили для медиков медали, ведь сегодня и врачей можно смело называть защитниками Отечества. Медики настолько максимально выполнили свою работу, настолько мужественно, настолько качественно, настолько героически, что теперь уже 23 февраля, неважно, мужчина вы или женщина, мы все равно вас поздравляем с этим праздником, потому что не только мужчинам присуще мужество, но и нашим милым, замечательным, хрупким врачам, медсестрам и всему медперсоналу. Медалей много, свыше 400. Все очень красочные и каждая особенная. За верность долгу, за доброту, за победу над ковидом и, конечно, за здоровье. Один мальчик своей поделкой выразил благодарность врачам за спасение жизни его мамы, которая тяжело болела коронавирусом и лежала в Видновской больнице. Очень неожиданно, очень приятно. Спасибо вам большое. Поделки с пожеланиями мастерили воспитанники творческих студий, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных семей. Подобная акция уже проходила на Новый год, и организаторы планируют сделать ее регулярной.